Нормально, все. Наш импровизационный состав. С Айратом мы играем уже давно вместе, еще с начала 90-х годов. И он участвовал в составе «Ночного проспекта». Какое-то время потом мы пересекались в разных проектах. В частности, у Айрата была группа Frustrators, потом он сотрудничал с Элиан Подхольмом. Ну и мы, как «Ночной проспект», и еще такой у нас был импровизационный проект Atomic Biscuit Orchestra, и вот мы время от времени играли в различных московских клубах, квартирах, репетиционных базах, и вот у нас там один раз возник состав под названием «Саша и Юрий». Ну, в свое время была в Калифорнии группа, которая состояла из музыкантов из бывшего Союза, которые и назывались «Саша и Юрий». Я подумал, почему бы не воскресить какой-то бренд, хотя мы играем совсем другую музыку. Thank you.
Thank you.
Спасибо, друзья. Вот видите, у нас образовался такой квартет. Ну и еще одну вещь мы сейчас сыграем. Пока будем вступать, я вспомню какой-нибудь очередной текст. Thank you.
Спасибо, друзья. Саша и Юрий, к вашим услугам. Да. Опять небольшой перерыв, и вот уже готов свой сетап. Переходим к танцевальному блоку. Возможно.